Тема, сегодня мы с Диманом посмотрим самые жуткие ролики по Чикенгану на Ютубе. Это видео получилось жутко интересно. Так что залепи лайки, подпишись на мой канал обязательно с колокольчиком. А это комментарий с прошлого видоса, и он мне понравился больше всего. Спускайся вниз, чтобы оставить свой комментарий и также попасть ко мне в видос. А также подпишись на мой телеграм-канал. В моем канале часто проходят сходки, конкурсы, и также можете принять участие в моем видео. Так что ссылочка будет в описании, обязательно подпишись. Ну а с вами, как всегда, Тема, запасайся чем вкусненькими. Всем желаю приятного просмотра. Мы с Диманом уже зашли на этот жуткий канал по Чикенгану, и сегодня мы посмотрим отсюда 7 видео. Ну и еще есть... Диман, что так? Какой-то чел появился. Еще музыка какая-то, не знаю даже. Да, но вы, наверное, музыку не будете слышать, потому что у нас с авторскими правами, и я вырежу из этого видео. Тут еще какой-то голос максимально жуткий. Я думаю, если вы смотрели мои ролики, вы понимаете, что это за голос. Какой-то такой робот и непонятный язык. Ага. Короче, что-то стоит, заяснят обычному Чикину. Кто это за ним погнался? Ну-ка. Подожди, нужно немного перемотать. Что это было? Офигеть. Сейчас смотрите на экран, это просто жесть. Вот тут сейчас кто-то побежал. Это кто такой? Это какой-то длинноногий с красными глазами очень быстро побежал за обычным Чикином. Вот он стоит в полной красе. Вот Чикин бежит. Так, он от него убежает и убегает, и музыка такая эпичная. Еще и гличит его, что-то появляется. Чё? Он вообще откуда-то упал. Он вообще появился на какой-то другой карте. Ой, что это за скрипт? Аватарка какого-то жуткого Чикенгана. И тут опять... Чё происходит? Вообще, что-то ничего типа, не понял. За ним была какая-то погоня, но его, к сожалению, поймали. Как-то так все происходит. Кто за ним гнался, я без понятия. Но это был какой-то реально длинноногий. Такого я еще не видел. Монстр, если ты знаешь, что это за чудище, напиши в комментариях, как его вообще зовут. Как его название и так далее. Очень интересно узнать, реально. Типа, за ним была какая-то погоня, но его, к сожалению, поймали. Как-то так все происходит. Кто за ним гнался, я без понятия. Но это был какой-то реально длинноногий. Такого я еще не видел. Монстр, если ты знаешь, что это за чудище, напиши в комментариях, как его вообще зовут. Как его название и так далее. Очень интересно узнать, реально. Так, все, вроде утихло. Музыка стихла. Короче, как я понял, когда монстр приближается... Да, всё. Когда монстр приближается, все как-то темнеет, начинаются глюки и так далее. В общем, не очень приятная ситуация. И в этом видео за кем-то гналось какое-то непонятное существо. Это очень жутко, я бы не хотел с таким столкнуться сам в Чикенгане. Так что он был похож на какой-то энтити. Короче, я пока что ничего не понял, но смотрите, здесь какой-то был глюк. Вот, где-то здесь. Вот здесь сейчас будет глюк. Смотрите, вы просто посмотрите на вот это. Какое-то лицо жуткое было. Что это было? А вот это, ну, тоже не особо приятно. Лицо, что это вообще такое, ребята? Это просто жесть какая-то. Он просто напал на Чикина, как я понял. Он напал на Чикина, и Чикина больше не стало. Как-то так. Это реально очень жутко все выглядит. Ладно, давайте посмотрим следующее видео. Идет оно 1 минуту 15 секунд. Пацан или девочка находится на Мисти Таун. Вышла из дома, куда-то идет. На нее напало какое-то жуткое существо. Это, наверное, еще какой-то энтити. Она от него убегает под реально жуткую. Давай, беги, блин. Под реально жуткую эпичную музыку. Окей, она просто куда-то бежит, и все стихло как-то. И все лагает, блин, реально. Выглядит, и он подходит под это видео. Ладно. Так она зашла куда-то на балкон. Диман, кстати, помнишь, мы в этом доме с Диманом призывали полуночного человека. Так что это типа, это тот проклятый лучший из него убегать сразу. И вообще не сразу. Мне кажется, сейчас будет начинает все глючить, все темнеет, и мне кажется, совсем скоро ее приближается. Да, когда монстр приедет, это обидно, когда ее догонят. Или его догонят. Ну беги, пожалуйста, спрячься куда-нибудь. Так, все, пойдем тихо. Короче, как я понял, когда монстр приближается... Да, когда монстр приближается, все как-то темнеет, начинается ситуация. Гонят, или его догонят. Ну беги, пожалуйста, спрячься куда-нибудь. Так, все, вроде утихло. Музыка стихла. Короче, как я понял, когда монстр приближается... Да, когда монстр приближается, все как-то темнеет. Или почему-то тут, что-то типа такого. Чики на него просто смотрят. Ну не, ну ты че, глупый, зачем он к нему пошел? Робот. Какой-то робот с грустным лицом. А это кто? Что это было? Это тут, что-то типа такого. Чики на него просто смотрят. Ну ты че, глупый, зачем он к нему пошел? Робот. Какой-то робот с грустным лицом. А это кто? Что это было? Я пока что ничего не понимаю. Реально как... Не, отвернись. Но лучше бы он задом реально. Это кто? Что это? Привет, он. Кто ты такой? Или нет? Или почему ты тут? Что-то типа такого.
Чики на него просто смотрит. И Чики к нему. Ну ты че, глупый? Зачем он к нему пошел? Робот. Какой-то робот с грустным лицом. А это кто, что это было? Чики на него просто смотрит. Ну ты че, глупый? Зачем он к нему пошел? Робот. Какой-то робот с грустным лицом. Или почему за ним была какая-то погоня, но его, к сожалению. 30. Ну ты че, глупый? Зачем он к нему пошел? Робот. Какой-то робот с грустным лицом. А это кто, что это было? Ты тут, что-то типа такого. Чики на него просто смотрит. И Чики к нему. Ну ты че, глупый? Зачем он к нему пошел? Хаос. Привет, он. Кто ты такой? Или нет? Или почему ты тут? Что-то типа такого. Чики на него просто смотрит. И Чики к нему. Ну ты че, глупый, зачем он к нему пошел? Какой-то робот с грустным лицом. А это кто, что это было? Да тут что-то типа такого. Чики на него просто смотрит. Ну ты че, глупый, зачем он к нему пошел? Я пока что ничего не понимаю. Вообще, что-то не типа, понимаю. За ним была какая-то погоня, но его, к сожалению, поймали. Привет, он. Кто ты такой? Или нет? Шутка. Или почему ты типа такого? Чики на него просто смотрят. Ну ты че, глупый? Зачем он к нему пошел? Какой-то робот с грустным лицом. А это кто, что это было? Да тут что-то типа такого. Чики на него просто смотрят. Ну ты че, глупый? Зачем он к нему пошел? Робот. Какой-то робот с грустным лицом. А это кто, что это было? Я пока что ничего не понимаю. Реально. Так давайте посмотрим следующее видео. 33 секунды, по-моему, да. Нет, 30 секунд просто. Но находится начало. Хаос. Привет, он. Кто ты такой? Или нет? Или почему ты тут? Что-то типа такого. Чики на него просто смотрят. Ну ты че, глупый? Зачем он к нему пошел? Робот. Какой-то робот с грустным лицом. А это кто, что это было? Да тут, что-то типа такого. Чики на него просто смотрят. Так давайте посмотрим следующее видео. 33 секунды. Короче, я пока ничего не понял. Но смотрите, здесь какой-то был глюк. Вот где-то здесь. Вот здесь сейчас будет глюк. Смотрите, вы просто посмотрите на вот это. Какое-то лицо жуткое было. Что это было? А вот это, ну, тоже не особо приятно. Лицо. Чё это вообще такое, ребята? Это просто жесть какая-то. Он просто напал на Чикина, как я понял. Он напал на Чикина, и Чикина больше не стало. Как-то так. Это реально очень жутко все выглядит. Ладно, давайте посмотрим следующее видео. Идет оно 1 минуту 15 секунд. Пацан или девочка находится на месте даун. Вышла из дома, куда-то идет. На нее напало какое-то жуткое существо. Она от него убегает под реально жуткую. Под реально жуткую эпичную музыку. Окей, она просто куда-то бежит и... Все стихло как-то. И все лагает, блин, реально кто-то играет на слабом телефоне. И еще этот эффект жуткий ВХС. Очень жуткий реально выглядит, и он подходит под это видео. Он, кстати, одну минуту. Лучше бы он на него просто смотрит. Лучше бы он задом реально стоит. Лучше бы он с грустным лицом. А это кто, что это было? Ты тут, что-то типа такого. Чики на него просто смотрит. Ну ты че, глупый? Зачем он к нему пошел? Какой-то робот с грустным лицом. А это кто, что это было? Я пока что... Сейчас смотрите на экран, это просто жесть. Вот тут сейчас кто-то побежал. Это кто такой? Это какой-то длинноногий с красными глазами. Очень быстро побежал за обычным Чикином. Вот он стоит в полной красе. Так, он от него убежает и убегает, и музыка такая эпичная. Еще и гличит его, что-то появляется. Чё? Вообще появился на какой-то другой карте. Аватарка какого-то жуткого Чикингана. И тут опять... Чё происходит? Типа, за ним была какая-то погоня, но его название... Какой-то робот с грустным лицом. Какой-то робот с грустным лицом. А это кто, что это было? Ты тут, что-то типа такого. Чики на него просто смотрит. И убегает, и музыка такая эпичная. Еще и гличит его, что-то появляется. Сейчас смотрите на экран, это просто жесть. Вот тут сейчас кто-то побежал. Это кто такой? Это какой-то длинноногий с красными глазами. Очень быстро побежал за обычным Чикином. Вот он стоит в полной красе.
Вот Чикен бежит. Так, он от него убежает и убегает, и музыка такая эпичная. Еще и гличит его, что-то появляется. Чё? Маши откуда-то упал. Вообще появился на какой-то другой карте. Ой, что это за скрип? Аватарка какого-то жуткого Чикенгана. И тут опять... Чё происходит? Вообще, что-то ничего типа, не за ним была какая-то погоня, но его название... Какой-то робот загрузил. Сейчас будет глюк. Смотрите, вы просто посмотрите на вот это. Какое-то лицо жуткое было. Что это было? А вот это, ну, тоже не особо приятно. Лицо, чё это вообще такое, ребята? Это просто жесть какая-то. Он просто напал на Чикена, как я понял. Он напал на Чикена, и Чикена больше не стало. Как-то так. Это реально очень жутко все выглядит. Ладно, давайте посмотрим следующее видео. Идет оно 1 минуту 15 секунд. Пацан или девочка находится на месте Таун. Вышла из... Что это было? Ты тут? Ну не-не-не, ну ты чё глупый, зачем он к нему пошёл? Какой-то робот с грустным лицом, а это кто, чё это было? Я пока что... Сейчас смотрите на экран, это просто жесть. Вот тут сейчас кто-то побежал, это кто такой? Это какой-то длинноногий с красными глазами, очень быстро побежал за обычным Чикеном. Вот он стоит. Вот он стоит в полной красе. Вот Чикен бежит. Он от него убежает и убегает, и музыка такая эпичная. Еще и гличит его, что-то появляется. Чё? Маши откуда-то упал. Вообще появился на какой-то другой карте. Ой, чё это за... Аватарка какого-то жуткого Чикенгана. И тут опять... Чё происходит? Вообще, что-то ничего типа, не за ним была какая-то погоня, но его название... Какой-то робот с грустным лицом. Робот. Какой-то робот с грустным лицом. А это все, что это было? Что тут? Что-то типа такого. Чики на него просто смотрит. Ну не-не-не, ну ты че глупый? Зачем он к нему пошел? Робот. Какой-то робот с грустным лицом. А это все, что это было? Это видео подошло к концу, но не спеши уходить, потому что на экране вылезло еще одно видео, оно такое же интересное, и тебе оно обязательно понравится. Так что советую тебе на него жмякнуть, кликнуть и так далее. Ставь лайки, подписывайся на мой канал обязательно с колокольчиком. Ну с вами был, как всегда, Тёма, всем огромное спасибо за просмотр данного ролика, всем пока.